Новое педиатрическое отделение поликлиники номер 1 во втором Кустанае открыли в начале мая. В микрорайоне оно существовало всегда, но раньше располагалось в приспособленном помещении на первом этаже многоэтажного дома. В распоряжении врачей было всего 3 маленьких кабинета, а теперь 4 этажа небольшого, но удобного коттеджа. Конечно, сравнить можно. Там была двухкомнатная, мало места, много народу, всегда и маленькие, и большие, а здесь, да, много места, врачи хорошие, обращаются хорошо со всеми. Ну, вообще очень хорошо сделали. Спасибо, кто это все сделал, кто это все организовал. Мы очень этого ждали давно. И больница очень красивая. Молодец, хорошо. В новом помещении работают несколько кабинетов врачей. Отдельный прививочный кабинет, есть комната здорового ребенка. В нем, кстати, медперсонал проводит профилактическую работу с матерями, специальные уроки по кормлению и уходу за детьми. Да и детишкам интереснее ждать своей очереди, играя с игрушками. В общем, здесь обслуживается порядка 1800 маленьких пациентов. И это в разы больше, чем было несколько лет назад, отмечают врачи. В последние годы в районе второго Кустаная появилось очень много жилых домов построено. Да. Открыта новая Назарбаев интеллектуальная школа. И в связи с чем у нас увеличилось количество прикрепленного детского населения. С этой целью, а также с целью расширения производственных площадей и с целью соответствия программы «Саламатты Казахстан», это улучшение здоровья населения, было решено открыть новое здание. По словам сотрудников отделения, в целом в новом помещении уже идет работа. Завезено новое оборудование и мебель. В будущем здесь планируют открыть еще массажный и физиокабинеты. Дмитрий Гуренко и Татьяна Калюжная, РТН.